Если вы только купили попугая и клетку, и не знаете, как же обустроить клетку, или что в ней заменить, или что докупить, я вам подскажу. Первое, что нужно заменить в клетке, это, конечно же, жердочки. В наборах, как правило, идут либо пластмассовые, либо деревянные шлифованные, а это плохо для лапок вашего попугая. Поэтому их выкидываем и приобретаем, либо сами делаем вот такие вот жердочки, деревянные, натуральные, с корой. Я не делаю сама, честно признаюсь, я ленивая, я покупаю, они недорогие. В моем случае это вот такое крепление с шайбами, раскручивается, достается шайба, с двух сторон шайбой закрепляется и закручивается очень быстро и легко. Это вишня дерева, вы можете зайти в сад, срезать любое плодовое дерево смело, не бойтесь. Дома помыть хорошенько, сделать крепление, и будет вам готовая жердочка. Дальше, диаметр. Это диаметр жердочки, размер для средних попугаев. Лапка попугая должна охватывать жердочку на 2/3. Соответственно, если у вас волнистик, жердочка будет меньше. Если у вас амазон или жако, жердочка по диаметру будет больше. Дальше, что в клетке? Не покупаем никаких зеркал и колокольчиков. Это провоцирует на половое поведение попугая, плохо влияет на его психику, поэтому если было в наборе зеркало, сразу же забираем. Самые лучшие игрушки для попугая – это, конечно же, деревянные с корой. Можно самим сделать, можно приобрести на рынке. Это будет и развлечение ему, и польза. Два в одном.